Всем привет, хочу похвастаться своей новой покупкой, газонокосилкой FUBUG 224CC, мощная, широкая, с бампером, кенгурятник даже есть, регулировка по высоте, регулировка по углу на наклону ручку, подстаканник, что самое важное в ней, три скорости привода ремня для самоходности, плюс есть аккумулятор для электростартера. Все бы ничего, но она иногда дает просраться. Сейчас я вам покажу, как это происходит. Дымоган, блядь, надымило. И вот теперь вопрос в студию. Это нормально? Может быть, она обкатывается? Либо я что-то делаю не так? Масло залито в уровень, никаких манипуляций, бензин чистый, как для четырехтактных двигателей без добавления масла. В чем проблема?